Всем привет! В новостях сейчас очень широко обсуждается, как корабли Украины заплыли на нашу территорию, как захватили, арестовали 24 моряка, теперь приходят суды, судят сначала рядовой состав. Во-первых, рядовой состав, я не заступаюсь за Украину, да, они нарушили, но рядовой состав, он выполнял приказы, а не военные. Дело не в этом. 24 человека. Если даже их осудят, то мы, получается, возьмем их на баланс нашей страны. Будем их в тюрьме содержать, обеспечивать. Ну да, осудили, развернули, направили лицом в сторону Украины или на попутку. Дали пинка и отправили. Все, корабли арестовали, забрали себе, продали на Авито или на металлолом. Нафига? У нас в стране некуда деньги тратить, чтобы мы еще пленных, так сказать, арестованных, содержали, кормили. У нас дети в садике недополучают все. В школе дети скидываются, платят за питание, а у нас они будут сидеть на бесплатно на шее. Так что, по мне, так это неправильно. Ничего против Украины не имею, но... Нарушили, корабли забрали, дали пинка, отправили домой. Неправильно это все.